до тех пор, пока война не почувствуется всеми россиянами, когда им всем не станет плохо, они будут воспринимать, что это где-то далеко происходит специальная военная операция. Они должны испытывать гигантские трудности, чтобы военные там страдали, голодали. Вот Россия, 14 по 17 год, у нее падение царской России было 18% ВВП. Еще 15 миллионов человек участвовало в войне. Из них 2 миллиона погибло военных, 1 миллион гражданских лиц погибло, и еще 3 миллиона попало в плен. И вот когда такой масштаб произошел, царская... Революция началась. Да, революция началась. Мы все хотим, чтобы это произошло. И значит, здесь нужно гоняться не только и отслеживать военные поставки, нужно добиваться, чтобы в России произошло то, что было в царской России. Угу. А это возможно только тогда, когда и параллельный импорт будет перекрыт.